О, боже мой! Здравствуй, друг! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и я нашел на Game Jolt какого-то Sonic XZ. Достаточно большая игра, достаточно нехерово так висят у него щечки, однако, что-то ты Sonic XZ совсем обвис. Что это в самом деле такое? Может быть, к косметологу сходить какому-то? Я даже не знаю, что тебе предложить, но вот это отвратительно совершенно. Короче, Sonic XZ Clone, возвращение хаоса. На заднем плане какие-то перестрелки. Ну, скорее всего, это люди, которые увидели вот эту рожу. Они просто массово стреляют себе в голову, наверное, в этом роде. Последний раз в Карли с секретным агентом сессии. Чего? Бенди и спасительный герой. Бенди захватим другими... Что происходит? Я кто-то что-то понял вообще. Генри был кем-то захвачен. Бенди кем-то был захвачен. То есть Генри, господи, на крыше уже есть. Генри Стикман, Бенди и Дэнг Машина. Они все перемешались у меня в голове. Короче, что-то связанное с Бенди. Там на заднем плане кто-то орёт. Это что, я не понимаю, это? Это мама Бенди кричит. У Бенди есть мама, и она так кричит из-за того, что он бедолаг взорвался. Я не понимаю просто. Что происходит? Нам не объясняют, какая-то срань творится совершенно дикая, какая-то женщина орет, горюет по Бенди, и мы смотрим в космос. Мы смотрим в космос, звезды тут. Очень необычно, как для XZ игры, я такого начала не припомню нигде и никогда, если честно. XZ. Замечательно. Еще XZ. А вы в курсе, что даже космические корабли бывали XZ? Вот, собственно, теперь вы знаете. Теперь вы знаете, что даже космические корабли... Которые, блин, выглядят как обычные корабли, плавающие по воде, по-моему. Они тоже бывают XZ. Вот такая вот хрень. Вот такая вот хрень, я не ожидал. Король-медведь. Мы взорвались. Кто? Что это все за люди такие, я не понимаю. Это точно Sonic XZ? Я не вижу Соника. Я вижу только XZ. И XZ Бенди, XZ Микки Маус, а Соник-то... Чернильный демон. Не вините меня, я делал мою работу. King Beer Toybots. Освободить! Да, мастер. Я не понимаю ни хрена. Прям совсем. XZ клон, код, планета, XZ. Так, что, может ходить можем? Нет, не можем. Король, медведь, игрушек. Только думаю о Сонике XZ за последние... в прошлом 12-м году. Только не напоминайте, что я видел видео, как в 17-м или типа того. Но оказывается, я пытаюсь контролировать Соника в Sonic XZ, но ничего не происходит. Sonic XZ был побежден героем, но доктор Эггман предатель, он предал нас. Уверен, он присоединится к тебе в следующий раз. Я не могу сказать, насколько супер мощь и насколько он сильнее меня, но прямо сейчас я должен в машину времени отправляться и создавать какой-то код. Кто это? Что это вообще? Он не со мной, но я следующие 4 зуба и я. Теперь я, как я могу забыть о идиоте Карли Чен и его герое? Я попытаюсь сделать моего злодея таким, чтобы он его вынес, но это не сработало в прошлые годы. Значит так, злой смех. Соник появился, надо же. Вот он, Соник! Соник, дружок! Иди сюда, разъясни, что происходит. Я уж так рад тебя видеть, я нихера не понимаю, кто все эти люди. Соник XZ. Нам понадобится твоя помощь. В Грин Хилл. Отправь этого героя вместе с Соником. Мне кажется, что нехорошая идея отправлять куда-то эту падлу, на самом деле. Помощи от него особо не дождешься. Только вредить будет вот эта зараза. Она только вредить умеет, она помогать не умеет абсолютно. Это вы о чем вообще говорить? Какая нахрен помощь? Старт. Ну давай, поехали. А это что? Это можно... Это нельзя. Старт. Пробел, говорю. Enter. Z. То на пробел, то на Z. Короче, каждый раз разные кнопки еще какие-то. Так, ну вот мы можем спин-дэщить можем. Это ли не замечательно? Я считаю, что замечательно. Не замечательно только вот что. Грин Хилл наш очень убогенький. Очень у нас убогенький Грин Хилл. Он, обратите внимание, какой-то совсем. О, боже мой! Здравствуй, друг! Я типа за хорошего Соника играю. Это злой Соник, да? Ох уж этот, блин, Грин Хилл. Сейчас за мной побежит эта мразь, как толстый Бенни Хилл. Не знаю. Я вот что думаю. Соник, ты же видишь, что происходит? Может, убегаем, а? А, вот сейчас до тебя дошло, что что-то не в порядке, да? Только сейчас ты удивленное лицо сделал. А раньше что? А раньше не видно было, что надо сваливать? Сонику прищемило пальчик. Самый средний из всех. Так, окей.
Ни хрена себе, однако, вот это у тебя ручки-самодрочки-то накачал. Соник Экзе. Я пришел сюда, чтобы отомстить твоим друзьям. С тех пор, как ты не только единственный в Гринхилл, я хочу с тобой расплатиться. Нет, нет, ты не настоящий. Да как? Да что уже сдохнешь? Умереть? Нет, я вернусь, я был создан. Что? Пожалуйста, не говори мне, что ты был создан королем медведем Тойботов. Да, он воссоздал меня снова, используя код. Не такой самый, как у злого клона. Но одеваю кастомка. Какой кастом одевает, не знаю. Но ты не... Ты не единственный, с которым он был хорош. Но больше нет, я принес больше экзоклонов. Нет! Теперь, где Тейлз? Сара, Бакун, Эггман и Наклз. Ты о чем? Я... I don't have, что-то I don't have. У меня вебка тут загораживает. Я не вижу часть субтитров, поэтому мне приходится догадываться. Sonic XZ. Choking at Sonic. Типа, что это значит? Он душится на Соника? Круто. Не против, если бы ты не был тут, где твои друзья? Или иначе я буду тебя... А, короче, где твои друзья? Говори, иначе я буду душить тебя и нахрен твои голосовые связки перережу. Где они? Окей, они там, на острове с многими другими. Соник, короче, крыса. Соник сдал своих, ясно. Соник Экзе. Это чего я ожидал. Теперь что с тобой? Сделать это самому или позволить тебе телепортироваться, чтобы мне нужно было контроль твоего Далласа? Увидим. Соник отправился в Ковернант и Экзе Шип Бэд Чойс. Или помочь спасти Даллас ТХ. Что? Хороший. Вот это хороший выбор, да? Окей. Соник Экзе. Хух. Окей, я отправлю тебя в портал, где я выдам им сообщение твоим друзьям. Удачи с этим. Да, я мало чего понимаю, на самом деле, из происходящего. Тут бы русская версия не помешала. Они какую-то херню городят. Какой-то мудила какое-то черное, высокое там в самом начале было. Кто это был? Какой-то король медведей каких-то. Даллас Инвейшн. Какой еще Даллас? Я не понимаю. Мандалас. Что происходит? А, реально, типа город Даллас. Типа обычный город Даллас. Ну, есть же такой город Даллас. Наверное, есть. Я не знаю, я не то чтобы эксперт в американской географии. Кто ты? Кто ты, женщина? Кто ты? Что такое? О, ты кто? Ты какой-то друг злодей или типа того? Если ты не знаешь, где мое имя. Меня зовут Карли Чен. Карли Чен, ха. Ну, неплохо. Рад, что я здесь спасти город могу, но у нас не время, что меня отправили в реальный мир Далласа. И так же, что произошло? Почему ты одна? Тебе страшно? Нет, у меня есть друзья и мой герой. Ты можешь рассчитывать на меня, но будь осторожен, тут много экзоклонов, и я не сделаю все это сама. Но только ты и помоги моим друзьям. Я могу сказать моего героя имя Брат Кролик и Бенди, пока ты можешь идти туда сейчас. Тогда почему ты это говоришь? Почему ты это говоришь? Почему вы все это говорите? Я ни хрена не понимаю. Короче, ты можешь только и теперь ты сейчас, Соник Экзе, возвращается после того, как мы его победили. Охереть. Все ясно, я понял. Может быть, можно... Нет, нельзя. Угу, ясно. Старт. Все, я в этом, в Далласе, да? Извини, мужик. Я нечаянно, кстати. Так, простите, друзья, простите, пожалуйста. Извините, вы мешаете передвижению Соников. Передвигаться Соником мешаете, понимаете? Здорово, здоровячок. Здоровячок, здорово. Так, Бенди и Экзе тут был только что. Бенди и Экзе только что расхреначили. Ну, это полезное дело, понимаете? Расхреначить Бенди и Экзе — это всегда хорошо, на самом деле. Я считаю, что абсолютно любой человек вам скажет, что... Ну, ничего более значимого в своей жизни сделать нельзя, кроме как взять и расхреначить этого бедолагу Бенди Экзе, понимаете? И этим мы, собственно, и занялись. На заднем плане какая-то музыка играет, кстати. Опасная, по-моему. Я ее, наверное, потише сделаю. Мне кажется, на нее точно авторские права будут. Потому что там прям вокал какой-то. Прям вокалит какой-то вокал. Че, Карли Чен? А, не убегу я отсюда, не убегу. Что? Это кто? Я за нее играть буду, серьезно, за эту бабу. Да кто она такая, нахрен, объясните мне. Ладно, я просто бегу вперед. Мистер Крабс! Мистер Крабс, как ты сюда попал? Мистер Крабс, здесь нет денег в этом мире, я тебе говорю, тут ничего нет вообще. Тут абсолютно мертвая локация, просто прямо идешь и все. Окей, Тейлз, здорово. Здорово, Тейлз.
Очень рад. Чё расскажешь? Да не, зевать некуда, тут явно не скучно, чувак. Мне сообщение от Соника. Он сказал идти сюда, в портал Далласа. Я остановлю Соника Экзе, пока он меня снова не убил. Окей. Хорошо. Окей, Тейлз, как скажешь, как скажешь. Тебе виднее, я тут нихера не понимаю, что происходит. Поэтому, если ты знаешь, что делать, ты говори. Знаешь, что делать, ты говори, мы сделаем. Все отлично. Так, давай, наверное, вот так, да? И вот так летим, летим, летим вперед, вперед. Ой, понятно. Хрен нас два, да? А что тут внизу у нас? А что у нас тут внизу? А непонятно. Мы теперь все время будем вниз, вниз, вниз десантироваться, да, я так понимаю? Да, 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 да. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот теперь сюда, вот. Че ты такой дохлый-то, а? Нам еще лететь и лететь, дружок. Еще лететь и лететь там с тобою. Сейчас, наверное, наверх по-любому, да, куда-то? Ой, слушай, там сирена такая дрочная. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой! О-о-о, что это происходит? Что ему надо было? Что это сейчас была за попытка домогательств? Не надо домогательств, Соник, это вы в самом деле. Я сейчас вот-вот возьму вот и улечу от тебя нахрен. Пошел ты в жопу. Как быстро все меняется. Я ничего не делаю, я не управляю вообще. О, это девочка из мультика Cartoon Network, я знаю. Там летающие девочки, супергерои или типа того. Мистер Крабс тоже. Ну-ка, куда же без него? Мистер Крабс, наверное, думает, что Тейлз очень богатый, у него есть мани-мани-мани. Я хочу, чтобы ты все разбил. Каждое из них. 666 колец. Спиндешься, Тейлз. Я знаю, где ты. Ты скучал по мне? Нихера. Мне понравилось! Такого опыта у меня еще ни в одной игре не было с Соником. Чтобы можно было столько колец сразу получить. Это приятно. Это твой выбор. Иди к Экзеклону, чтобы он убил тебя или живи. Это Экзеклоны сейчас были? Какие-то дрыщи стоят. Это Экзеклоны были? Вот эти те самые страшные, жуткие или что? Я позволил Дирку и Сквидварду Суисайду тебя грохнуть. Достаточно плохо. Ну, как тебе сказать? Могло быть и лучше. Очень странная игра, ребята, я не понимаю ни хрена, вроде сделано прикольно. Вау! Наклз! Вот это ты, короче, умеешь веселиться, я чувствую. Наклз нормально так прям подзарядился энергией, патронами, дробовиками, всем на свете. Опа, опа, это Гуфи. Это Гуфи. Ну как его, не Гуфи, а Борис. Это Борис Экзе. Борис Экзе, здорово. Накл, даже не думай об этом, чтобы побить тебе за то, что ты побил Тейлза. Ты не станешь мемом, я клянусь. Это уже 3 года прошло. Так, ладно, ладно, окей. Давайте так, хорошего помаленьку. Если вам понравится эта игра, вы там обязательно, если вам она нравится, лайк ставьте, комментарий пишите. И мы продолжим тогда, если будет много просмотров, лайков, комментариев и всего такого. Мы тогда продолжим. Вот Наклз тоже, он, видите, в нетерпении немножко и топочет, хочет, чтобы вы лайк поставили. И если вам, короче, еще помимо того, если вам нравится то, что вы сейчас увидели, также не забывайте вступать в группу ВК, ссылка в описании, и жмите колокольчик этот долбанный, который срабатывает хрен знает как. Но все равно жмите, с ним лучше, чем без него. И, в общем-то, пока на этом заканчиваем, а потом, может быть, продолжим с Наклзом. Да, Наклз, может, продолжим с тобой? Наклз такой, оу, oh, ноу, no. Ну, я его понимаю прекрасно, такое говно происходит, не каждому захочется в этом участвовать, ну, если ребятам понравится, то придется, Наклз, так что терпи. Все на этом мы завершаем, всем счастливо, всем удачи, всем пока.